И снова всем здравствуйте. Где-то у меня там сзади сергозы еще тянет. И мы приехали в тайгу. Первый раз выбрались с горем пополам. Машина у нас ломалась, еле-еле направили. Теперь приехали мы в такие места красивые. Там уже люди стоят. Вон сколько машин здесь. Много. Он уже рвет, успевает. Молодец. Я под ноги-то не смотрю. А он под ноги смотрит. Ну все, пойдем мы куда-нибудь. Будем колбу рвать. Черемшу. Вот с этой белой башкой. Мы хлебушка сейчас с собой взяли. Солюшки взяли, водички взяли. Сало взяли. И пожрем здесь вкусно. А здесь кто-то ездил. А, это на квадроцикл здесь. Это тут блатные рассекали. Ну и все, сейчас пойдем куда-нибудь туда вниз, свалимся. Ну вот, я подобрал маленечко уже. Она махочка еще совсем. Вот она. Че она тут? 10 сантиметров. Вот они, ее кусточки красивые. А вот хорошенькие прям лезут, два толстеньких таких стебелька. Сейчас мы их заберем, да, под корешок подальше затолкаем ножичек и выдерем их оттуда. И ням-ням. Тайга цветет. Хорошо в тайге. Птички где-то поют. Где-то у меня там белоголовый спрятался, а вон он. Его далеко видать, у него башка белая, белее всех. О, комарики прилетели. Начинается. Пихтушка. Пихтушечка. Ладно, вот тут небольшая лужачка есть. Сейчас я ее здесь выскребу все. Вот под осинкой сидят. Рядышком сидят хорошие, толстенькие такие, более-менее. Будем драть. Лес, говорят, рубят, щепки летят. А тут не рубят, а долбят. Тут ствол долбят. Птички такие есть. Дятел называется. Вот этот пень искромсал весь. Спустился я пониже. Вороны гнезда навили. Где-то вот здесь не вижу нифига. Слепой совсем стал. Ну где-то там гнездо. На березках. Фух, вот такую лощину спустился. Здесь овраг такой вот. Тут вода, наверное, хлестала. Снег-то растаял, господа. Снега-то нет. А мы-то думали, что тут снегу будет навалом. Может быть, из-за того, что здесь недалеко разрез угольный. Пылище. Его схавало. Да не, просто в этом году снега было мало. Если съездить в другую тайгу, противоположную, километров за 80 отсюда, там поди еще снег и лежит. Но это не точно. Кандыки расцвели. Ой, ё-моё, вот эти вот забыл, как звать-то их. Твою дарданеллу, а. Вот эти беленькие, как ромашки, вот вылетело из головы и все. Хотел в интернете посмотреть, а тут интернета нет и не будет. Серго себе вон какой пакет нынче сшил, хороший. Вспомнил я, как этот беленький цветочек называется, ёкалэмонейка. Вот это ветреница твою, дарданеллу мать. Кандык. Это я знаю. Вот ветреницу забыл. Тут ее вот столько много. Фух. Вот сколько много. Надо где-то присесть нам. Вот она, вот осинка, походу. Кого? Вот она, осинка, походу. Вот, сейчас на осинку сядем и пожуем. Как на стульчике. Вниз, короче, мы не пошли к ручью. Потом подниматься. Караул будет.
Мы уже старенькие. Ножки уже не те. Спинка уже не та. Так что нам хватит этого. Вон сколько уже надергал. Вот пакет у меня такой черненький. Вот полпакетика. Всех угощу. Кого надо. Фух. На базар мы этот раз не пойдем. Да хуй знает, не пойдем. Может и пойдем. А во, видал, а может и пойдем. Сейчас... Вот сейчас будет самое интересное. Все, что здесь было до этого. А это лучше всех. Это вот такое вот сальце мы сейчас. Вкусно-то как будет. Ну не рычи только. Ну как не рычи? Тут не захочешь, да зарычишь. Водички, бутылочка у нас есть, нам хватит. Ну и все, приступаем к трапезе. Не мешайте нам никто тут. Перекусили и поперли дальше. Здесь леса почти нету. Или его рубили здесь раньше, непонятная судьба, короче. А вот осинку тут лосики почикали. Хорошо они, ну как хорошо, так перекусили тоже, как мы, и пошли дальше. Вот охота все-таки вниз туда сбежать. Фух. Там еще снег в северах лежит. Вон видно белое пятно, вот оно. Ладно, будем дальше колбишку собирать. Вот так мы и водички сейчас напьемся, более-менее такой. Ключики бьют помаленечку из-под земли. Тает все там. И все, набрали водички. Она холодненькая, вкусненькая. Пихтушечки стоят. Ругается дружище, домой меня зовет. А я говорю, не хочу. А что дома делать? Тут хорошо. Тут колбишка есть. Солюшка есть, хлебушка есть, водичка есть. Что дома делать? Дома делать нечего. Там еще снег лежит, вот туда бы сгонять. По логу там сейчас бурлит водица. Ну и вот сегодняшний наш урожай. Вот тут пучков 90, наверное, скажи, у Сереги. Время? А время у нас сегодня уже послеобеденное. И вот тут чуть-чуть еще тоже пучков 50. Сейчас посмотрим, сколько время точно. Все. Мы приехали часов в 11, да? Ты че? Че? Да, часов в 11, наверное, приехали в 12. А время? 3:04. Нормально время. Все. За 4 часа мы стоим. Нам домой тудой. Там машина где-то. Вон там он стоит она. Вон там бокером. Мы уже на гриве. И нам осталось минут 15 ходу. Ветровал ничего не жалеет. Пихты повалял. А тут вот новенький поросль хорошая прям. Это мой пакетик с колбой. А тут прям елочек, вон сколько много свеженьких вымахало. Прям кружочек такой. Семейство. Фух. Ну все, наверное, на этом. Закругляемся. И валим мы домой. Всем, кто был с нами, хорошо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну все, как положено. Всем пока. Всем здоровья. А еще чуть не забыл. Всех с праздником. Всех с верным воскресеньем. Всем подарочек такой вот красивенький. Поздравляю. Всем здоровья, приздоровья. Не болейте, не хворайте. Будьте все счастливы. Все, мы теперь домой точно.